Ён прысвяціў жыццё медыцыне. Мінск сёння развітаўся з заслужаным медыкам Беларусі, неўролагам Барысам Дрывацінавым. Яму было 94, прафесар, заснавальнік беларускай навукова-педагагічнай школы вертебранеўралогія. Гэта цэлы раздзел у неўралагічнай навуцы, звязаны з захворваннямі пазваночніка і яго клінічных праяў. С 50-х годов минулого стагодия профессор Дрывацінаў працевал выкладчиком у медуниверситете и врачом-неурологом у 9-й клиничной больницы. Борис Владимирович, он практически ровесник нашего университета. В этом году мы отмечаем 95 лет БГМУ. Он родился в 22-м году. Это человек-легенда, человек-глыба, который является лауреатом государственной премии. Он является почетным доктором нашего медицинского университета. Он почетный доктор университета физической культуры. Это основатель белорусской вертеброневрологии. То есть это наука о радикулитах, о поясничных болях. И вообще о позвоночных болях. Отсюда же пошла ветвь мануальной терапии. То есть это большой раздел неврологии, который он разработал. За сваю навуковую кар'еру Барыс Дрывацінаў апублікаваў 500 навуковых прац і падрыхтаваў 19 кандыдатаў навук. Амерыканскім і кембрыджскім біяграфічнымі цэнтрамі ён унесены ў спіс выбітных людзей 20-га стагоддзя.